Округ ждет масштабных бизнес-проектов, которые будут давать отдачу в бюджет. На грант губернатора Ненецкого округа смогут претендовать крупные инвестиционные проекты стоимостью от 50 миллионов рублей и выше. Дорожная карта по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона была согласована в ходе прошедшего заседания Координационного совета. Поддержка в виде гранта губернатора НАО будет оказываться проектом с объемом инвестиций в основной капитал от 50 миллионов рублей. Мнения всех сторон внимательно выслушаны и обсуждены. С целью обсуждения данного проекта было проведено несколько встреч с предпринимательским сообществом. Поступившие предложения были отработаны и часть принята, часть до следующей комиссии опять отрабатывали. Но практически все предложения предпринимателя нашли отражение в представленном проекте. Гранты губернатора Ненецкого округа будут предоставляться на конкурсной основе. Среди критериев, на основании которых будет определяться победитель, срок окупаемости проекта, бюджетная эффективность и уровень заработной платы. Но это еще не все. Положение в проекте не должно быть просроченной задолженности по налогам, страховым взносам. Гранты предоставляются на конкурсной основе порядка расчетных показателей. Следующие показатели оцениваются. Это срок окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость проекта NPV, внутренняя норма доходности при реализации проекта, так называемые. Также оценивается привлечение работников из числа лиц, постоянно проживающих на территории Ненецкого округа. Округу нужны более масштабные бизнес-проекты. Идея учреждения губернаторского гранта изначально заключалась в том, чтобы проекты, к реализации которых будут привлечены средства гранта, приносили бюджету округа финансовую отдачу. Таким образом, данный механизм позволит поддержать крупные проекты, реализуемые на территории Ненецкого автономного округа, которые позволят обеспечить занятость граждан, повышение налоговых отчислений, бюджета всех уровней, также предоставление жителям округа новых видов товаров и услуг. Порог инвестиций в окружной бизнес законодательно запланировано утвердить уже в июле. Процедура оценки нового инструмента стимулирования бизнес-активности завершена. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».